Всем доброго здоровья. Получил я посылочки очередные из Китая. Как обещал, делаю продолжение видео о чехлах на Xiaomi Redmi 2. Это чехольчик, как я уже говорил в предыдущем видео, я заказал своему сыну на Lenovo. Это такой же, в принципе, как у меня, только корпус красный, краб черный. Здесь автомобильный протектор. Ему он понравился, потому что он водитель. У меня просто тракторный. Так что, в принципе, они ничем не отличаются по качеству, по конструкции. Для... Все абсолютно одинаковое. Принцип тот же самый. Так что... Это дело такое, кому красный, кому черный, но это явно не мой фасончик. Этот чехол вот я поносил определенное время, могу сказать свое мнение. В принципе, чехол очень хороший, такой, знаете, добротный, экстримный, такой солдафонский. Единственное, что мне не понравилось, ну, как для меня. Кнопочки труднонаходимые, они не ощущаются явно. И чтобы их нажать, надо приложить усилия. Это хорошо. Но то, что они вот не очень ощущаются, это как-то надо знать, где они находятся, или присмотреться, чтобы нажать. Можно было их чуть-чуть при жесткости, которую надо, ну, кажется, при усилии, которые надо приложить для того, чтобы включить его. Эти кнопочки можно было сделать более явными, более выдвинутыми, чтобы они легче ощущались. Я понимаю, что сделано для заподлицо, чтобы случайно не было включения. Ну, я же говорю, при такой жесткости включения можно было их сделать и чуть-чуть выступающими. И еще один маленький нюансик. У кого наушники вот с вот таким вот крупным штекером, с большим, чехольчик чуть-чуть не дает. То есть... Ну, плохой контакт. Да, он включается, наушники. Но чуть-чуть стоит провернуть, и идет не до контакт. И поэтому теряется это самое включение. Ну, я это могу устранить, гравером чуть-чуть подточить. Для меня это не проблема. Если вы берете наушники фирменные, допустим, ну, это тоже фирменные. Ну, чтобы тоненькое было, корпус тоненький. Входит вообще великолепно, без проблем. Ну, а так, вроде бы, я им доволен. Жесткий такой, я же говорю, солдафонский, экстремальный, для экстрима вообще без проблем. Ну и мой чехольчик. Я уже его распечатал, посмотрел. Ну, я снял видео для продавца, вдруг там какие-то нюансы, там все нормально, поэтому я снимаю видео именно для вас. Я пришел на почту. Две посылочки. Одна вот такая. Ну, это ясно было, что это чехол. Вторая вот такая. Что это такое, я ж засомневался. Посмотрел на дату. Да, дата моя. 06 месяц, 29 число было отправлено. Сегодня 20. Вот считайте, 21 день и шла. Великолепно. Быстрее, чем вот этот. Качество упаковочки, вы сами видите, для чехла, ребята. Вот показатель отношения продавца товара к покупателю. Приятно. И чехольчик. Честно говоря, я был удивлен. Вот когда я его открыл, я даже не ожидал, что он такого хорошего качества. Резина мягенькая, в меру такая упругая. Если этот больше отдает таким чистым капроном, больше смахивает на чистый капрон, то это резина. Хорошая, мягенькая, приятная, все. И вот я когда еще покупал, я обратил внимание, вот здесь... Есть шахта.
вы ее видите. Она выходит сюда на бок, соединяется с вот этим вот отверстием. Это для чего? Сейчас я вам покажу. Сейчас я его попробую одеть, потому что я не одевал его еще. Так, кнопочки свободные. Слышите? Свободно посаженные такие. Посмотрим, не будет ли они дребезжать. Так, как мы его одеваем? Наверное, вот так вот, другого не дано. Ох, так щелкает, аж страшно. Ого, все, защелкнулся. Великолепно, ребята. Подгоночка. Просто супер, смотрите. Если вам будет видно. Стыка даже не ощущается. Все заподлицо. Очень красиво. Кнопочки. Включение чуть-чуть. Не дрожит, но если ударить. Качелька вообще мертвая сидит. Да, кнопочки очень хорошо ощущаются, они выпуклые, явно. Видите? Если на этом чехле, я же говорю, что надо приложить очень большое усилие, чтобы включить. Кнопочки заподлицо, и чтобы включить, надо приложить очень большое усилие. То здесь кнопочки выпирает, и усилие минимальное. Вот чем отличается, я же говорю, что этот экстримный. Тут надо приложить усилия, чтобы он случайно не включился. Именно такой спартанский вариант. То здесь легкого прикосновения достаточно, чтобы он включился. Качелька. Все отлично. Теперь насчет вот этого канала. Здесь стоит динамик. И получается, если вы его ложите на стол вот так вот, то за счет этого канала, вот боковые отверстия, сюда выходит звук. Сейчас проверим. Вы ощущаете разницу? А теперь смотрите. Вот для чего сделан этот канал. Видите, насколько продумано? Положишь так, динамик не закрывается, все великолепно слышно. Вот это мне нравится. Значит, я все-таки не ошибся в назначении этого канала. Фирма. Не знаю, как она правильно читается. Ипаки. Ипакю. Что-то типа этого. Ну, качество, ребята, очень достойно, очень приятно. Я доволен, честно говоря.
лежит в руке хорошо. Пластик абсолютно не скользкий. Резина довольно-таки приятная, очень такая. Если здесь, сами понимаете, возьмешь в руки, маешь вещь, такой утолщенный, удобно такой, как бронированный, это самое, есть вот эти китайские, знаете, вот бронированные, там, пули непробиваемые, там, на болтах все, вот, вот берешь в руки, вот ощущение такое же. Здесь более аристократично так, гламурненько, гораздо тоньше получается, видите, легче, потому что этот все-таки, ну, какой-то он грубоватый, спартанский. Этот чистый аристократ, очень хорошенький, мне очень нравится, я доволен, я считаю, что не зря заплатил за него деньги, очень приятно. Ну что, подвожу итог. Покупка, я очень доволен. Чехол мне очень нравится. Очень достойный. За такие деньги у нас такой не купишь. Это однозначно. 100 гривен, грубо говоря. Я же говорю, вот это дерьмо мое старое. 150 гривен, это с дебильной книжечкой вот этой вот. Там вообще. Обычный силиконовый вот эти вот. Знаете, тонюсенький, тонюсенький, 60-80 гривен, но то вообще пародия. Этот, как украшение, знаете, как вот диски на машину ставишь, на любимую, красивые диски. Так же самое вот на телефончик, вот этот чехол, как украшение, очень симпатичный. Так что я доволен покупкой. Ссылочку на продавца, кому интересно, посмотрит. На видео внизу я сделаю. Это продавец, я уже ссылочку давал. Это разные продавцы. На этот я оставлю ссылочку. Так что, если кому-то вдруг пригодится, Xiaomi у нас не очень распространенные телефоны. Ну, мало ли чего. Там есть, кстати, другие варианты. Там кожей обтянутый. Тоже ободочек и кожа. Ну, кожа это не для меня однозначно. Так что посмотрите, может кому-то понравится. Так что, ребята, спасибо вам за ваше потраченное время. Если будет что-то интересное, а скоро будет, обязательно выложу видео. Еще раз благодарю вас. Всего вам хорошего, удачи!